Добрый день, капитан полиции Кратко. Первые минуты рейда, и уже по дороге проносится автомобиль. В нем семья из 4 человек. Родители на переднем сиденье, дети сзади. Пристегнуты. И пристегнуты правильно. У нас проходит мероприятие по детским удерживающим устройствам. У вас дети все крепко. Все правильно у вас делают. Счастливого пути. Такая идеальная картина встречается нечасто, говорят сотрудники ГИБДД. С начала года выявлено больше 2000 нарушений, связанных с перевозкой детей. Наказание для водителей серьезное. Административная ответственность за нарушение требований правил перевозки юных пассажиров предусмотрена в виде административного штрафа в размере 3000 рублей. Что примечательно, детское автокресло стоит примерно столько же. Поэтому у водителей выбор прост – или получить штраф, или купить автокресло. Ну или автолюльку для детей до года. Ее можно установить даже на переднее пассажирское сиденье. При этом голова ребенка должна быть против хода движения. Но есть важные нюансы. На что необходимо обратить внимание? Чтобы ребенок был обязательно закреплен в автолюльке. То есть, если он просто находится в автолюльке и не пристегнут либо штатным ремнем, либо внутренней системой крепления, то смысл в безопасности теряется. Второй момент, на который необходимо обратить внимание, это чтобы подушка безопасности, расположенная в передней части транспортного средства, была отключена. Когда ребенок подрастет, его можно пересаживать в автокресло. Крепят его уже другой стороной. Но пристегиваться что в люльке, что в кресле надо обязательно. Необходимо обратить внимание, чтобы ребенок был пристегнут ремнем безопасности правильно. Правильно – это когда ремень проходит через плечо, грудь и бедро. Ни в коем случае не через шею. В таком случае ребенок пристегивается либо внутренней системой крепления, либо используется штатный ремень безопасности. По статистике, в Рязани и области с начала года зафиксировано 161 ДТП с участием несовершеннолетних. 7 детей погибло. Стоит ли их жизни покупки автокресла – решайте сами. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».